Ни для кого не секрет, что сегодня Брещино является лидером по рождаемости среди всех областей страны. Немаловажную роль в достижении такой высокой планки играет служба родовспоможения, главная цель которой – оздоровление до беременности. И в этом направлении сделано немало. Оказание психологической помощи, консультации в вопросах планирования детей. Стало возможным бесплатное обследование на хламидиоз и другие инфекционные заболевания, которые в дальнейшем могут не самым благоприятным образом сказаться на здоровье малыша. Профессиональная помощь специалистов – залог здоровья и крепкой семьи, а также уверенности в том, что роды пройдут удачно. Количество родов в Брестском областном родильном доме, уже вы знаете, наверное, неоднократно об этом говорил и главный врач Дашко Анатолий Михайлович, о том, что, конечно, оно растет. И тот порог, который мы перешагнули 2 или 3 года назад, более 6 тысяч, это для нас уже стало норма. Количество родов доходит до 30 в день. Это показывает о том, что город рожает. Семья занимает значительное место в жизни почти каждого человека. В окружении близких и родных люди проводят существенную часть времени, находят понимание и поддержку. Хорошо, если всех членов семьи связывают доверительные отношения. Но в современном мире человек зачастую сталкивается с проблемами и непониманием, которые негативно сказываются как на нем самом, так и на окружающих людях. Одной из главных проблем очень часто является то, что у нас принято, чтобы семьи дружили, да, то есть это про старшее и младшее поколение, да, это про родителей и непосредственно детей. Очень много проблем приходит непосредственно с непониманием, потому что жилищный вопрос сейчас очень сложно с этим молодым семьям, поэтому очень часто они проживают совместно. Конечно, проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, выйдя из ЗАГСа, имеют не одну точку соприкосновения. Однако только научившись понимать, прощать и поддерживать друг друга, можно создать крепкую семью, которая была и остается хранительницей человеческих ценностей.